А, сука! Сказал, что у вас там стоит самолет настоящий. Чтобы ажиотажа не было, и мы уезжаем просто 1 ноября в Литву. Потом вам с Машей поиграться, а нам еще с Димой поесть надо. Ждал. Нахуярился, не дождался? Ай-яй-яй, наливаем. Пошли. Чем больше тебя обсирает, тем больше тебя любят. Взять его! Ты да хуй с ним, блядь! Абассанцы какие-то пришли. Мы приехали в Ленинград. Ребята, не устану вам напоминать, что если ты зарабатываешь Futures Commerce Company, то ты можешь отдыхать в любой стране мира. Сегодня я в Таллине. Futures Commerce Company – это компания, которая зарабатывает на искусственном интеллекте, на блокчейне, на криптовалютах, на спортивный стап. Я в этом сам ничего не понимаю, пробовал заниматься, но не получается у меня. И я 10 месяцев уже доверяю свои финансы. Futures Commerce Company для меня зарабатывают. Я вывел уже 1 220 000 рублей. Сейчас у меня активный депозит на 600 тысяч рублей. 717 тысяч у меня заработано за 15 дней. Ребята, хотите зарабатывать вместе с Futures Commerce Company, ссылочка на них в описании. Ребята, здорово! Ванюха, скажи ребятам привет! Камеру вырубай нахуй! Короче, едем в зоопарк с Ванюхой, но вы не переключайтесь, потому что вечером будем с Димасом еще бухать, шашлыки жарить. Поедем сегодня на море в Зеленоградск еще. О, серьезный мужчина проехал. С блатными песнями. Судьба загнутая в дугу, закрыта на засов железный. О, Ванюха, смотри, скульптура борющиеся зубры. Зубры животные такие, как быки, только зубры. Да ничего не вымерли, они, их очень много в Беларуси водится. Вон, яйца видал такие? Свисают. Это кто, Ванюха, как думаешь? Ленин. Да это Кант, наверное. А, Петр Первый. А вот старый стадион Балтика. Это вообще один из первых стадионов в России. Прикиньте, вот этот стадион. То есть он еще от немцев достался. А сейчас Балтика играет, ну, вы видели, я ходил на футбол на Калининград-арене. А раньше вот здесь играла. Сейчас его полностью там реконструкцию проводят. Вот, в очереди, видите, ребят, зоопарк очередь. Суббота уже, как-никак. Ну что, хорошо, давай велик паркуем. Вот цены, смотрите, взрослый 300 рублей, детский 100 рублей. Это, эти еноты. Енот-полоскун. Ну, это этот, космический енот, который... Вот смотрите, как контактный зоопарк грамотно сделан, что сразу это мыло в руки помыть можно. А, можно? А то медведей кормить не будешь? Не будешь на них медведей? Разбирают. Ну зайди. Вонище здесь, конечно. Вот этих коз. Одна порция корма 10 рублей вон. Пойдем, Вань. Пошли. Ну, посмотрим, где эти кормят. Это, ребят, тоже один из старейших зоопарков нашей страны. Это кто? Тоже от немцев достался. Ну кто какие-то. А, это которые эти орут. Камерунская, по-моему, это коза. Это же они орут, да? Это домашние животные. Оп, они дают нам мясо. Тебя что я? Ой, чихнул. Но черный гриф. Вот он, Вань. Смотри. Только близко не подходи. Падальщики. Падальщики, это кто мертвого мяса ест. Вот, видите, ребята, это специально, да. Вань, фотоешь меня? Теперь меня. Тебе рано еще, Вань. Я так близко Ваня ни разу не видел. Ты видел так близко медведей? Угу. Вот, закар. Пап, там мне папа еще не может помнить. Жрать просит. Ой, смотри, смотри. Смотри, смотри, лапа. Давай. Смотри, они тут. Держишься на кнопку. Вот, видите, медведь до нас собирает. В виде еды. Дайте. Интересно, были у них попытки прыгнуть сюда или нет? Чего? Есть хочу. Ну так же садись, как медведи, начинай так вот. Руками. Сейчас их покормят, посмотрим, поедем, поедим. Смотри, Ванюха, осел. Слышишь, как Шрека? Думаешь, его Эдди Мёрфи озвучивает? Осел! Пошел нах! Утки, утки здоровые. Утки. Да не задрожай ты! Да не задрожай! А, сука! Схватило. Восточный серый кенгуру. Видишь, его эта жена домой не пускает. Пьяный пришел. Ребят, короче, знаете, что я узнал? Вот БФУ имени Канта, инженерно-технический институт, Балтийский федеральный университет. И Арамзила, опять же, мой модератор, который на стримах, не знаю, что вчера он пропустил, не было его. Арамзила, тебе привет. По этим, по Google картам сказал, что у вас там стоит самолет настоящий. Да ну на, поехали посмотрим. Я правда, я реально не знал. О, настоящий Боинг, представляете? Прямо внутри корпуса институтского. Че, может? Не, ну он уже, наверное, нет, не работает, наверное, двигатели вынуты. Короче, знаете, для чего он, Вань? Здесь, в этом институте, подготавливают стюардов и стюардесс. И они проходят там практику внутри этого самолета. Представляешь? Будешь учиться в этом институте? Классно?
Смотри, полянка футбольная какая. Так, ладно, все, мы едем домой, паркуем велики, прыгаем в тачку и едем затариваться. Так, семья, собрались, нет? Танюш, ты где? На ребята, давай. Чего надо мне? Ты здесь? Я думал, ты голая. Ты варенье поела? Да. Дайте, где мы взяли эти деньги? А? Поездку. Дайте, где мы взяли деньги на поездку? На Futurist Company. Деньги. Не, а он прав же, ребят. Ребят, все, едем. На тачке, кстати, я переобул уже зимнюю резину. Хоть и погода еще плюс 17, но я уже переобул, потому что, вон, видите, какая... кореец. На корейце должен стать кореец. Ну, фишка в том, что чтобы ажиотажа не было, и мы уезжаем просто 1 ноября в Литву, на следующую пятницу, через неделю. Там с 1 ноября у них закон, что только на зимней резине ездить. Соответственно, те же границы на летней резине не пропустят. Так что вот я переобулся. Она все равно здесь постоянно стоит. На велике практически гоняем всегда. Шипованную здесь не ставят. Здесь ставят липучку. И, кстати, на шипах тоже в Литву не пустят. И в Польшу. Ну, в Евросоюз на шипах не пускают. Ну что, красивая, поехали кататься. От пристани отчалит, типа... А, ты не одна? А он отцу не расскажет? Здорово. Привет, Щербет. Здоров. Валя, ты что, прическа, как у Владимира Ильича Ленина, у молодого? У Володи Ульянова. До того, как он облысел? Да. Все, едем, ребята, в Зеленоградск. До Зеленоградска 20 км. Пристегиваемся. А почему Таня не пристегнутая всегда ездит? Потому что у Тани ремня не видно из-за вот этих вот штучек. Надыбали, ребят, магазин офигенский. Альмак называется. Здесь калининградский. Опять же, не реклама, ничего не реклама. Это, короче, ну, у них свое мясное производство. И магазин полностью заточен как раз на мясо, на шашлыки, на барбекю. Вон, видите, у них сосиски, хуиски, все. Сразу заходишь, смотрите. Сразу, смотри, Тань, слева, сразу же угли. Средство для рожи тогда беленькое. Салфетки сразу. Сразу дальше проходим. Одноразовая посуда. Все сразу, ребят. Оп, стопочки. Вот сразу зеленочку. Вот. Три возьмем, да? Зелененькая. Как там про зелень-то? Ты че гнилую зелень? Как там было? Я почему должна в этом копаться? Там простым у Михайловича. Свет, нарежь мне салатик. У меня на это нет времени. Это вам с Машей поиграться, а нам еще с Димой поесть надо. Возьми хотя бы три. Вообще юмор просто. Что ты делаешь? Вот здесь надо. И вот, ребята, Димас нас познакомил вот с этим соусом. Просто калининградский. Здравствуйте, это Митя, а это соус. Познакомьтесь. Он просто офигенский. Мы берем банку. Просто класс. Давай возьмем. Ну а вот то, зачем мы сюда приехали. Вот он, ребята. Ребра свиные, грудка, крылья, маринады всякие разные, шея. Ой, в кефире, в бруснике, на гранатовом соке. Вот это вот что такое? Эскалоп. А эскалоп это из шеи? Да. Еще вся грита. Но, да, вот у вас вообще тут рай просто. Просто рай. Смотрите, фаршированные перцы, фаршированный окорок, руляды всякие, сырое мясо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, Галька очередь за нами собралась большая. Все за мясом. Выходные у людей, суббота, как-никак. Ой, смотрите, какие здесь куски шеи. Красота-то какая, лепота. Ой, короче, затарились, затарка по полной. Едем. О, приехали, блядь. Ждал. Нахуярился, не дождался? Не нахуярился, нормально такой. Опахнулся, а ты что, а ты как? Я нормально. А, здесь не видно. Вот дом, вот за ним там секции пошли. А-а. Там, короче, ребята, вот за этими домами море, чтобы вы понимали. А вид из номера на море? Прямо море видно. Да? Ух ты, барная стойка, все дела. Нифига прикольно, слушай, гостиная такая большая. Так, гостиная, здорово. Это спальня? Это и все, Танюха. Дай поссать. Такой вид, смотрите, с балкона. Это вообще. А прикольно, что нет. Ой, шоколадки, Таня, смотри, лежат. Ребят, какой вид смотрите с балкона, да? Ага. Воздух-то морской. Смотри, какой кайф, а. Море. Вообще, супер. Представляешь? Класс. Деревья надо только подпилить. Мить, у меня есть пила, пойдем. У меня есть план. Почему мы выбрали здесь? Потому что мы будем сидеть здесь за столом. Ага, у вас тоже прикольно. Холодильник у вас. Так это какой улучшенный? Это у вас или у нас улучшенный? У вас улучшенный. Одинаковые. У нас улучшенный. У двоих улучшенный. Короче, номер один из этих номеров стоит 2600 рублей в сутки, а второй 2800 рублей в сутки. Охуенно. А я еду, наливай. Пошли. А то уйду. Тебе что, без халява удочки? Водочки. А что у тебя есть? Бурбон? У меня есть тумбрас. Литовская водка. Знаешь такую? А, это кентаки? Угу. Смотри. Давай водку. Ну. Литовская. О, нифига, она с этим зерном. С колоском. С тумбрас. Слушай, это типа этот, что ли? Не. Типа Джим Бим? Не, это немецкие виски. Да? Я шарафную.
штрафную-то, я же быть не за рулем, я же бухал. Нихуя не знаю, ехали долго. Мама, а где моя кофта? Это что у вас? Как этот Крамаров нахуй. А у этого, а у Вицина картошка, пфу, от смеха. Очень долго ехал, поэтому... А, подожди, сейчас водичку налью. Все, давай. А я что, ты будешь? Ладно, ты молчаливый какой-то. Трезвый. Так, на смену заступил бармен Дмитрий Шива. Девчонки, ю-ху! Сегодня вы у меня все потечете. Слушай, ну ты что, правда, там еще две квартиры жилые, ты разорался, дверь открыта, как в общаге, блядь. Потечет кто-то. А я еду. Я тебе не аиду, Райан. Ну, зато мама, никто не живет. За запахом тайги. Вот она, барбекю-зона, ребят. Ну здесь, я говорю, здесь сидеть смысла нет. Здесь просто вот пожарить. Тут фонарик загорится, нихуя видно не будет, она быстрее уже. Так, я за углями. Так, ребята, откровение от пьяненького, не от пьяного еще, от пьяненького Димаса. Друзья, я вот сейчас зажигаю угли, будем сейчас жарить шашлык, кайфовать. И у меня вот в голове возникла такая мысль. Не, я просто Димас сейчас говорю, что, я говорю, Серега вчера вот с кем рыбачили, Серега, тебе привет. Он такой в конце, когда я уже, ну, закончили рыбалку, он такой, блин, лучше в комментарии, наверное, не читать, типа там про меня обосру, да, там меня так, ну, лучше не буду, да, читать, то расстроюсь. И Димас такой. А мне кажется, наоборот, чем больше тебя обсирает, значит, тем больше тебя любят. Если человек, смотрите, заходит на канал, раз, не, подожди, вот так вот, давайте вот так вот, не, на какой, на правую, на левую лучше? Ладно, заходит на канал, раз, тратит свое время, смотрит видео, два, ставит дизлайки, три, а потом на стриме, ребят, по 40 тысяч донатит, 4, блядь. Нет, и донатеров-то не обирай, донатеры наоборот лайки ставят, донатеры нет, хорошие, ребята. Да, согласен, но есть донатеры разные, блядь, которые, блядь, есть мазохисты, которые, блядь, донатят, блядь. Мазохисты больше сотки не донатят. Нет, я хочу еще раз передать привет на последнем стриме, ребята, 5 топ-донатеров, это Олег Северодвинск, это Пол Янский, это Алексей Грода, это Шамиль из Сталина, к которому мы скоро поедем, и это Рустамчик, вам всем привет, я вас обожаю. Вы устроили. Потому что знаете, как было? Было как? Было то, что что-то Митяй грустный какой-то, что-то сидишь, что шоу не устраиваешь. Хуй съел невкусный, грустный. Нет, а хуяк начали донатить на выпить. Выпил раз, выпил два, выпил раз, и танцы начались. И весело получилось. Спасибо, ребята. Вы умеете поддержать настроение. И вы получаете спонсоры этого стрима для всех остальных, кто не донатит. То есть шоу-то устраивается для всех. Донатить только вы шоу это делаете. Ну, мы с вами вместе все это делаем. А остальные просто смотрят. Так что вам большая благодарность. Друзья, всем спасибо. За вас наливаем сейчас, через секунду. Ты что, блядь, рэп начал читать? За вас наливаем сейчас. Минерал какая? Зеленоградская. Кола какая? Калининградская. Водка. Кола. Колонинградская. Водка какая? Литовская. Литовская. Здесь все. Ну а так всегда так осенью или нет? По чесноку ты как местный житель, скажи. Практически всегда последние... Когда вы переобуваетесь? В воздухе. Перебываемся, знаешь, когда первый снег выпадет. Он может выпасть и в октябре, а может быть вообще не выпасть, блин. Серьезно? Да. Я переобулся только потому, что мне 1 числа ехать в Литву. Мы переобулись. Да, в Литву. А я в Литве показался. Нельзя с 1 октября. Мне говорит, 1 числа, а мне не ехать, блин. Все, я уже не еду, Дима. Ты еще хочешь налить? Третью? Кому третью? А, все. Ты что-то, блядь, за это, заигрался, блядь. Миша хотел. Тастуйте, Дмитрий. Ой, друзья, давайте выпьем за наш чудесный город. Не город, область. А область нашу, калининградскую. Что у нас так здорово. Ребят, приезжайте к нам в гости. Мы всех ждем, мы всем рады. Приезжайте к нам и почувствуйте частичку Европы в России. Русская Европа, за нее. Ну посмотри, в Красноярске строят такие дома, вот покажи ее. Нет. Красота? Среди бегущих первых нет и отстающих. Бег на месте общеукрепляющий. А в Красноярске сколько вот процент хрущевок и процент новостроек? Вот, ну, что-нибудь такое у вас же строят? Ой, я ему что? Нет, там малоэтажно не строят, ты что? Нет, если... я имею в виду... В Красноярске, если ебашат, минимум 9 этажей, ты что? Не, в плане, вот, допустим, вида, вот, да, вот фасад утепленный, на фасаде чтобы нанесли какие-то красивые вещи, чтобы вот, не там в основном кирпич, там либо клинкерный кирпич, либо, блядь, просто, ну, там отштукатурили. Клинкер, это же очень дорого. Ну, строят, так сказать, клинкерным кирпичом. Вот смотри, у нас получается, что построили из газоблока дома, из газосиликатного блока. Взять!
Взять его! Взять! Так, рыжий пес опять здесь. Иди отсюда. Ты нам не интересен. Они меня сегодня второй раз пытаются съесть. Вот, и потом на эту кладку утеплитель, полистирол, и сверху вот декор, все. Ну, штукатурка. Караед, караед. Ну, да, штукатурка. Почему караед? Ну, это не караед, это шуба. Караед, знаешь, когда вот камешек тянешь. А, вот, слышишь, там это? Да, там полистирол. Утеплитель. Да, утеплитель. Ну, мы зашли в дом, там очень жарко, блин, тепло. Чего тебе так и тянет ко мне, а? Чего ко мне так и тянет, этих рыжих псов заколебали бы. И что получается? С домом-то? По дому-то что? И дом очень теплый, комфортный и сухой. Вот поэтому я спрашиваю, в Красноярске как вот соотношение вот панельных домов? Не знаю, я стройкой не интересовался. Ну, примерно хотя бы вот. Ну ты же ходил по улице. Нет, сейчас панельки-то практически не строят. Нет, панелек мало строят. В основном этот, монолит. Строят. В основном монолит. Но все равно строят? Строят. И панельные дома строят, да? Да, кульбитстрой у нас строят панельки. Ну это же ужас. Это кто покупает это? Мы жили в панельке. Пипец. У меня родители в панельке живут. Ну не пипец, не пипец, но зиму держит. Холодно? Отопление. Нет, отопление хорошее. Даже -35, жарище дома. Это топят, знаешь как. Зато топят, а дышать нечем. Нет, ну топят, понятно, что топят, но это же калории, это же энергозатратность, это же нет, бабки. Энергозатратность большая, да, бабки большие. Здесь у вас газ, конечно, здесь у вас дешевле все эти коммуналки. Не, Калининградская область, конечно, рулится. Ребятки, у нас стемнело. Кто ты, Патрик, кто ты по образованию? Депутат. Мосгордумы. Общественного питания? Мосгордумы. Нет, как ты? Я технолог общественного питания. Технолог общественного питания. Я говорю, что теперь, когда Дима скажет, Митяй, насаживай шампура, я скажу, а кто из нас технолог общественного питания, я или ты? Я по образованию специалист с общественностью. Все. Ой, давай, да нахуй, охуенно тебе. Как тебе диплом? А что, я тебя просил, блядь, перевернул, блядь. Ты попросил посмотреть, я смотрю, я даже снимаю. Куда ты, блядь, еще на эту положил? Да сдвиньте их сюда, блядь. Хуя, как вам, блядь, ты, блядь, что, за взятки учился? Да ладно, что, я в море хотел уйти, блядь. Ну, а что не ушел? Лучше бы ты в море ушел, я бы хоть так не пил, блядь. Ты бы со мной не познакомился, не остался бы в Калининграде. Ты мимо проехал Калининграда и все. В Берлине бы остался. Ты бы вышел на Московском проспекте тогда вот, когда вы приехали первый раз. Вышел бы, блядь, что за говно, не город, блядь. Сел бы, блядь, в тачку бы и уехал бы в Берлин, блядь. А получилось как? Так, как получилось. Поэтому не надо кривить душой, господин Шилов. Что получилось, то получилось. Это скажет Димас, когда шашлык будет сырой, жрать будем. Слушай, ты... Это самое. Понужать мне не получится. Марика понужать, Вадика понужать. Да, там со своими ребятами, ну, со мной это не пройдет, блядь. То есть никак. Ты не скажешь, да, потом, что что получилось, то получилось? Не, я скажу, блядь, пошел ты нахуй, блядь. Пошел ты нахуй, а потом а я скажу. А вы ты не крутишь, он пура, блядь, а? А ты мне говорил? Только что перекрутили же. Кто из нас, блядь, специалист общественного питания, я или ты, блядь? Нормально все, там раскаленное все, там все отлично. Друзья, на улице плюс 16, мы в Калининграде, море вот там за домом, мы сейчас выпьем, сидим низко. Подожди, я достану, какая-то хуйня плавает. И что мы? И пойдем на море, да? Не, я на море. Как нет? Что, мы по-любому пойдем на море. Солнце завтра, нет. С утра. Все, ребят. Со всех вас, со всех нас, чтобы у всех было счастье, любовь. Я сейчас опять зарядил воду. Ребят, вам всем счастья. А, класс! Вечер добрый. У нас сейчас шашлычно-зеленоградские новости. Период. Период, да. Очень хочется пару вопросов задать Дмитрию Шилову. Еп, sure, задавай. Дмитрий, скажите, пожалуйста. А я туда, да, говорю. Дмитрий, скажите, пожалуйста, как вы сегодня сходили в зоопарк? А зоопаркился? Не, ну, я имею в виду, вам понравилось или нет? Не, зоопарк понравился тем, что я офигел. Я никогда так близко не видел медведей. Причем, что, понимаешь, вот, блядь, ну, мы стоим, люди, и, блядь, медведи где-то, ну, в 3 метрах от нас, ну, там, в 5 метрах от нас. Я охуел, как такое вообще может быть? Они просто прыгнули, и все. Я еще когда сбоку шел, смотрел, думаю, да ну нахуй, как так, блядь, люди прям стоят, и медведи вот так вот. А потом увидел, что там яма, а здесь, где люди стоят, там такие эти, как пики, знаешь, такие пики точеные, блядь. Что вам еще понравилось, Дмитрий, в нашем зоопарке в Калининградском? Ну, это, кстати, самый старый зоопарк, блядь, в Европе. Кроме медведей, так сильно ничего не зацепило. Вот медведи зацепили.
А так что, ну, мы видели тех жирафов. Я вот это и охуел. Что вы скажете? Вы посоветуете гражданам России, из Большой России, приехать в Ленинград, сходить в зоопарк вообще? Посоветуете или нет? А ты зачем это спрашиваешь? Да, я заебался уже. Советую всем вообще, приезжайте в Калининград, ребят. Приезжайте, смотрите, и зоопарки, и, блядь, и стадион этот, Калининград-арена, и Светлогорск, и Зеленоградск, и Балтийск, блядь. Что, здесь дохуя чего можно смотреть. Смотрите все. Приезжайте в Калининград. Я, когда мы сюда ехали, я ни разу в жизни не был про Калининград, только про него слышал, что здесь холодно, блядь. Что это по КВН. Это я видел все по КВН, что в Зеленоград, типа, ой, в этом, в Калининград приезжаешь, типа в Калининградскую область, в Калининградской области летом холодно. Да ну нахуй. Вообще охуенная погода, блядь. Море, блядь, 22 градуса, блядь. Заходишь, блядь, да, оно. Ты заходишь на улицу 30, заходишь 22, конечно, оно немножко холодит сначала, блядь. Но зашел, блядь, потом он привык, нормально, вообще море охуенно. Это лучше, чем, блядь, когда ты в той же Турции в августе, блядь, заходишь, нахуй, что, или в Таиланде, блядь, когда там жара, нахуй, и море, блядь, жара, нахуй. И что, где охлаждаться? ХЗ, блядь. Не, вообще, Калининград охуенно мне заходит. И зоопарк в том числе. Ребят, все в Калининград. Ребят, срочно нужны деньги, но не у кого перехватиться. Так вот, ссылочки в описании, там займы, лучшие проценты, ребят, самые маленькие проценты. И большой процент одобрения этих займов. Там можете брать там от 1 тысячи до 80 тысяч, в зависимости, там 4 ссылки. Переходите, пробуйте, подавайте во все заявки, ребят. Очень быстрая подача заявок, так что нужны деньги, ссылочки в описании, обращайтесь, перехватывайте там. Я зашел Ной, говорю, одеться, а Ваня у меня задает вопрос. Какой, Ваня? Как вот это душничать? Ну ты как делал? Скажи. Вот так вот делал. Нет, ты включи воду. Так. Как душ переключать, да? Да. А ты как мылся? Лежал. Лежа? Да. Что тебе как он переключает? И что делать? А как мыться? Хорошо, что мы здесь только до завтра мыться. Мыться можно дома, да? Не, правда, как? Пошли у Дюмаса узнавать. Слышите, соседи, а вы покажите, как душ переключать. А, у них есть. У меня сын лежа мылся. Потому что он не знал, как душ включить, он под краном мылся. Да, нижний, Ваня, нижний. Господи, е-мое. Эти бестолковые дети, а? В 19-м году растут, блядь. Что мой, что твой, блядь. Мой хороший. Не знаю, как твой мой хороший. Заходите, товарищ прораб. Так, что? Что случилось? Ну, вот, давай, включи воду. Вот Ваня лежа мылся. Да ладно, да? Серг, я тебе про это и говорю, блядь. Слушай, это какой-то фиаско. Братан, блядь. Звони хозяину, блядь. Теперь я понял, это у вас улучшенный номер. Не у вас за 2800, у вас за 2600, потому что душ не работает, блядь. В принципе, ребят, можно помыться либо... Лёжа, как Ваня. Собираешь ванну, либо еще есть вариант. И к вам, к вам! К нам в душе. Это пиздец, ну ты что за хуйня-то? Слушай, я не знаю, мы, может, что-то не понимаем, а? Ну должна быть какая-то пипка, должна быть, которая дергается. Ну, я понимаю, что кто-то, это... Кто-то попал в просак, блядь. Они просто поставили кран, думают, да ну, хуй никто мыться, все равно мыться никто не будет. Да хуй с ним, блядь. Не, ну это козы какие-то. Блядь, а как он включается? Нет, мне сейчас все написали в инстаграме, что знаешь, как включается? Вот это вниз. Да, блин! Прикинь? Я пробую соус димасовский. Давай. А там есть новое? А убери, пожалуйста. Там еще должен быть чеснок и кинза. Не должно быть там чесноки и кинзы. Короче, можно мясо не есть, да? Калининградский соус, ребят. Миша, шашлычный. Калининград. Роли вкусные? Вкуснее нет ничего. Ты знаешь, как сделать? Согласен. Ну? Димас, я хочу выпить в этот вечер за тебя, потому что ты все это организовал, ты соус, ладно, хуй с ним соус, ты мясо приготовил, ты соус приготовил, ты здесь эти, с номерами ключи забрал все, давай. Ребят, за давайте выпьем за... Нет, за Димаса. За Димаса. Мы вас ждали, да. Нет, за нас. Давай следующий тост будешь говорить ты, Димас, за тебя. Давай, не стесняйся, еще раз, что ли? Не стесняйся, да. Не бойся, за тебя. Не пей, не бойся, не проси. Как там? Тарара? Ра. Это что, откуда? Это у него песня сошла, сочинение. Тарара! Ра! Ра! Может, не искать, он уже спел. Арбузики на носках. Что у меня там? Арбузики. Это пицца. Как его зовут, массажера? Дэн Перископ. Пизди, а. Тимур, вот эту хуйню не выкладывай, ладно? Спасибо большое. А что, на зоне не поймут? Давайте. Ребят, мы самые крутые. Короче, на нас только Путин, блин. Только яйца, блин. Только яйца Путина. Не, я это не говорил. Тимур вырежет эту хуйню, блин, про Путина, блин. Ну, возьмет его стройку, закроет, и будешь сидеть. Какую стройку? А он уже закрылся.
Так что, Тимур, не вырезай. Я люблю Путина. А вот это ставь. Путин, я тебя люблю. Вот это ставь. Да не, на самом деле, я Путина люблю, не знаю, что. Да пей, давай, пошли, блядь. А почему я Путина люблю? Пошли, а. Да ты любишь Путина, я люблю Путина. Потому что он президент моей страны. Ты думаешь, что мы идем гулять? Ну иди уже гулять, уже правда до Путина добрались. Сейчас до Трампа доберемся. Да. Конченый ты бур, это не вырезай. Трамп это вообще ра-ра-ра! Вот, море, ребята. Красота неописуемая. Да, и неокопуемая. Смотрите, какие волны, а? А воздух какой, а? Видите? Да. Балтийское море. Оно же, конечно, бушует. Да? Интересно, кто-нибудь купается, нет? Лишь купается. Ты что? Сейчас вот, смотри. Не, ребят, красота? Ты чувствуешь? Красота. Чувствуешь, как пахнет, а? Да. Ну что ты делаешь-то, блядь? У меня, блядь, одноклассник так, блядь, делал, нахуй. Мы его называли падла, блядь. Идешь, нахуй, лужа рядом, он хуяк, ты идешь, он такой хуенц, нахуй. Мы говорим, блядь, ну ты падла, блядь. А, я понял, так и надо делать, да? Ну такая хуль ты меня всего облил, блядь. И что? Куда я... Сейчас, ну как ему в амбар пойдет, скажет, ты что, абассанцы какие-то пришли? Дрочил, скажи, блядь. Ну, на Балтийское море, блядь. Просто огонь. В Ленинграде просто огонь. Погода огонь. Огонь! Заходим в амбар. Можно мы по писярику из бара? Налейте, пожалуйста, Финляндии. Не-не, давайте две Финляндии, две бихеровки. Не надо травы нам, травы не нужны. Я бы бихеровочку. Не надо, ну хочешь выпить. Давай две Финляндии, два ядера. Два ядера. И а вон, я смотрю, у них хреновуха есть, да? О, бери хреновуху. Две хреновухи. Два ягера и две Финляндии. Я смотрю, у них еще и там дохера перцовка есть. Две перцовки, два ягера, две хреновухи и две Финляндии. Нет, давай, это две Финляндии, две... Ром на кураге пробовали? Ром на кураге пробовали? Ром на кураге? Нет. Так, давайте, два рома на кураге. Две Финляндии, два ягера, две хреновухи и две перцовки и два рома на кураге. Мы да, можно сделать? Да не, я шучу, ты что, никуда, не уйдем отсюда. А что берем? Две Финляндии, ты хочешь ром на кураге, бери. Я только две Финляндии буду. Да не буду, это хуя, это пиздец завтра будет, ты что? Так, хорошо. Он все-таки взял два рома на кураге, две Финляндии. Ягера, знаешь. И ягера взял. Ага, красота, а? Ага, вот тебе, а. Красотища. Зашибись, по променаду погуляли. Пойдем гулять. Что, пойдем поползаем? Я думаю, что будет нормально. Итак, Дмитрий, с чего начнем? Что это такое? Ром на кураге. Давай, пробуем. Кислит, курага. Градус сколько? Сейчас. Вкусно, но, ребят, но. Понимаете, вот ты выпил и хочется запить воды. Ну, сладкое, приторное. Да, очень приторное, да. Финляндия. О, Финляндия. Давай спробуем. Давай. Тастуйте. Друзья, хочу выпить за всех вас, чтобы у вас было здоровье, счастье, благополучие по жизни, как у меня и у Мити. Ребят, за вас. Я правильно сказал? Великолепно. Раньше караоке. Вы тастуете. Великолепно. 99 баллов. Класс. Ягермайстер. Это стандартно. Давай. Вай. Ребят, кленовуха калининградская, да, вообще. Это уже какой-то микс, понимаешь, пошел. Это пошел трэш. Миксовали. Трэш, да? Завтра будет пиздрэш. Пошли аптеку искать, надо этот Алька-Зельцер найти до утра. Не, пойдем в аптеку, возьму этого самого, знаешь, как это называется? Угля активированного. А, уголь, да. Сначала уголь, потом феназепам. А он же только по рецепту отпускается. Да? Не знаю, верно, не знаю. Нет, в Калининграде продается бесплатно. Бесплатно. Ну, за бесплатным феназепам. Ребят, за вас. Шикарно. Вот. Вадик, хреновуха у тебя хорошая. Идем на море. Вот, смотрите, ребята, лето. Лето, море, шорты, колонки. Все кайфуют. Не, как в Сочи, только в шортах и в шапке. Гуляем по променаду. Вперед, балтийцы! Вперед, балтийцы! Вот он, вечерний променад Зеленоградска. Все огоньки в море. Димас здесь. Да. Огоньки здесь. И светящийся пирс. Смотри, какая красота. Красота какая. Друзья, я вот серьезно был в таком шоке. Я когда увидел видео Мити, когда они по Мане плавлялись. Это вообще такой кайф был. У меня возмогла мысль. Я думал, пришла, что? Пришла мысль. Да, пришла мысль. Нахуй, переезжаем, блядь, в Красноярск.
Но! Я хотел приехать в Красноярск. Очень хотел. Но приехал Митя в Ленинград. Ребят, и хуй, блядь, там всем. Мы приехали в Ленинград. Короче, все, давайте до завтра, блядь.